Тегеране я была с тремя своими подругами. Сначала мы были немножко напуганы, но быстро очень обзавелись друзьями, которые помогали нам, водили нас по городу, приглашали к себе домой. Это все происходило немножко странно. Например, с одним юношей мы познакомились, когда моя подруга пыталась выпить на улице воды в месяц Рамадан. Он просто, у нее был в руках стакан, она все уже собиралась попить, и он подошел к ней и сказал, что этого делать нельзя. Но если ты очень хочешь пить, я живу рядом, так что приходите ко мне. Мы не очень торопились куда-то и решили воспользоваться его приглашением. Пришли к нему домой, он нас угостил чаем, арбузом, и мы прекрасно провели время, обсуждая то, чем живет молодежь в Тегеране. Было весело. Ну, потом еще вечером мы встретились с ним и его другом, и они нас пригласили уже на семейный ужин, где были их родители. И с ними уже мы обсуждали более серьезные вопросы, уже там международные отношения, но все равно было очень мило, очень по-доброму, очень по-семейному. Как-то мы просто шли по улице, и рядом с нами остановилась машина, из которой выпрыгнул молодой человек. Он сказал, что он хочет с нами познакомиться и хочет показать нам город. Мы согласились и несколько дней гуляли с ним по Тегерану. Он нам показывал основные достопримечательности и говорил, что очень хочет, чтобы мы полюбили Тегеран, полюбили его страну, так как он сам ее любит. Это было приятно и неожиданно.